дорогие друзья! Всем привет! Из предновогодней Алании осталось буквально полчаса до Нового года. Мы находимся около новогодней елки. И сейчас я вам покажу. Сзади нас уже играет, орет музыка, дискотеки заполнены, народ празднует. Ну и, конечно же, мы поздравляем вас всех с Новым годом! Айхан Сёле! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Желаем вам всего хорошего! Мы остались в Алании, никуда не поехали, поэтому оставайтесь с нами и смотрите это новогоднее видео из Алании. Будет салют и много всего интересного. Шок. Вот так вот выглядит набережная предновогодняя, и с маяка будут пускать стрелять салют. Народ гуляет. Погода очень, кстати, теплая. Я даже сняла свою шапку-шарф. Посмотрите, как красиво выглядит крепость. И мы постараемся пойти прямо на самый маяк и смотреть уже оттуда салют. Ну и, конечно же, фирменный танец от Айхан. Айхан Сандуэн. Пансенигюэн мэром. Ади. Илбаши. А на Старкрафте сегодня проходит мега-вечеринка. Надеюсь, что нам разрешат пройти внутрь. Кстати, вход стоит всего 30 лир. И корабль отправится в плавание, и будет пенная вечеринка. До Нового года осталось 15 минут, и за нами очередная дискотека. Народ тусит. Кстати, сегодня целый день шел дождь, но сегодня, слава богу, дождя нет. Но сейчас очень тепло, как я уже говорила. И как я уже говорила, в деревню мы не поехали, остались по делам. Поэтому отмечаем Новый год в Алании. Ну, а сейчас идем смотреть новогодний фейерверк. Это очень красочное зрелище. Хотя снега нет, Новый год не совсем ощущается. Это стало уже как обычным днем. Но все-таки фейерверк — это красиво. Традиционно на Новый год в Турции не принято ходить в рестораны и в гости. Обычно народ собирается дома, играет в окей, кушает каштаны жареные, смотрит телевизор и расходится. Но поскольку Алания, Анталия — туристические города, то народ уже ходит в рестораны, отвечает вместе. Вот как раз молодежь развлекается прямо на набережной. Ну и, конечно же, фирменный танец от Айхана. Турки, кстати, очень любят танцевать и танцуют при любой возможности. Айхан сегодня, наверное, уже раз 200 танцевал. Вот так вот просто на улице, стоя на улице, все танцуют. Народа становится больше и больше. И вот там уже большая толпа собирается. Все ждут салют. Надеемся, что с этого места будет видно салют лучше всего. Айхан делает прямой эфир в нашей группе на Фейсбуке. В описании есть ссылка. А также смотрите, подсниму здесь чуть-чуть народ. Народ танцует.
И через минуту, друзья, через минуту будет фейерверк. Скорее, скорее. Запустила чуть позже, пока все остальные запустят. Они решили на 5 минут попозже. Очень классный салют. Ура! С Новым годом всех! Всех с Новым годом!